долго тянуть. Асламбек, мы тебе сделали грамоту. То, что ты за собой представляешь наших земляков. Я это считаю, да? Да. Нам основное представление российского народа память активного участия в жизни российского общества и поддержку молодежи. То же самое, текст на российском языке, подпись моя, но скромная. Покажи. Вот. Вот. Поздравляем. 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 Асламбек, ты можешь пару слов сказать нашим землякам, может, есть какие-то пожелания у тебя? Вместе были и на мероприятиях, и на всех и радостных событиях, и горестных событиях. К сожалению, в последнее время и старше стали это замечать, и младшее поколение. Замечаю, что мы стали редко собираться вместе. Вот выражаем Казику от имени нас всех благодарность за организацию такой общественно-культурного организации, потому что вот это направление, потому что культурно-просветительское, оно очень важно не только для нас, для тех, кто уже больше 30 лет долго живет в этом прекрасном городе, а для той молодежи, которая приезжает сюда учиться и в дальнейшем планирует здесь остаться и работать дальше. Поэтому вот Казику от имени старших выражаем за это благодарность и будем надеяться и будем содействовать ему в этой помощи, чтобы дальше продвигались все наши благие дела. Содействовать, помогать. Я сказал, содействовать. Да. Спасибо большое. Я хочу дополнить немножко. Аслан, наравне с тобой еще есть один человек в нашем землячестве, который, вы знаете прекрасно, по любому твоему зову, по любому зову Саши, мы прекрасно соберемся, мы будем рядом. И мы с Сашей тоже не могли обойти стороной, тем более завтра день рождения. Он делает тоже очень много, молчит, это об этом не кричит. И для Саши тоже такая грамота, я думаю, всем рядом, от всех нас. Александр, подходи ближе сюда. Ну, а насчет Саши я хочу отдельно сказать. Думаю, Саша у нас это вообще... Все, я выключаю камеру. Я хотел бы сказать, что человека лично многие в этом городе не знают. Не лично с ним не знакомы, но многие о его делах, о его шагах слышали. Мы еще раз выражаем Сашиной маме большую благодарность. Пусть поправляется, здоровье ей. И еще раз мы все говорим спасибо вам за вашего сына. То же самое текст от всех нас. Поздравляем тебя, Александр. Поздравляем. Феликсов. Может, я тоже за шампанским побегу.